Одной из причин аварии в Щербаковском переулке, по мнению водителей, стала скользкая дорога. Там столкнулись Volkswagen Jetta и Toyota Land Cruiser Prado. По версии владельца последней, все произошло по вине водителя немецкой иномарки. Toyota двигалась в сторону улицы Тихомирного, пока на ее полосе не оказался Volkswagen, ехавший навстречу. По предварительной версии, седан занесло и развернуло на скользкой дороге. В результате столкновения никто не пострадал. Чего не скажешь об автомобилях. У Volkswagen разрушена задняя часть, а внедорожнику досталось как частично спереди, так и сбоку. Оба автомобиля не могли продолжить движение своим ходом.